Вот не понимаю, зачем я это помещение купил. О, вы здесь? Все, привет, ребята. Это я, Давид Майнкрафт. И я зачем-то купил вот это помещение. Ну, конечно, по скидочке. Да-да-да. Еще тут два целых глазиков. Я не знаю, конечно, что с ними делать. Но, кстати, тут визу и каму строитель на заказ. Может, ему звонить, думаю. Сейчас тут надо возвращать костерчик. Вот так. Все отлично. Еще раз разбился. Еще тут все бетонные. Угу. Четыре у меня тут еще. Сорок. Сорок. Вот. Еще тут здесь четыре. Четыре часа еще хватит. Отлично. Так, ладно, сейчас на то оглянулся. Кто-то мяукает. Че за фигня? Это коробка с котятами. Так, а тут котята. В этой коробке оказались. Надо же коробку забывать. Куда мне в котята еще складывать? Котята сыпят. Ладно, надо быстрее вкладывать в коробочку. Так, все отлично. Теперь мы затепим для космоса. Еще надо это все вынести. Конечно, долго, но ничего страшного. Это так, конечно, это все приложить. Я ничего на вот тот склад. Думаю, туда можно сложить. Опа. Опа. И опа. Отлично. И надо все вот это сюда сложить. Вот так. Укладываем все. И миски сюда закинуть не нужны мне. Теперь надо позвонить строителю. Тум. 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 Так, идет звонок. Алло. Так. Строителей нету. Ну, вы можете перевести ресурсы. Ладно, хорошо. Ресурсы так ресурсы. Так, ребята, у них нету строителей, все заняты, только ресурсы. Ну, ладно. Сейчас вот это ресурсы, я им когда приюта все, они сказали, то полстака зайдет. Ну, они сказали перевести. Сейчас на банковский счет создать. Вот так, все отлично. И туда измоду потом закину. Сейчас надо подождать. Так, сколько у меня тут денег стало? Сейчас, вот. О, посылку пишу, отлично. Угу, понятно. Сейчас уберу ненужное в сторонку. Вот так. И возьму нужные ресурсы. Так, сейчас надо просто почувствовать вот это все. Ну, так понимаете, пол тут будет деревянный, чтобы было тепло. С помещением я бросил стак из модов, вот это, еще и мой в полстак, ну ничего страшного. Если я буду забивать косток. Так, котов и собак возможно даст. Вот так. Куда тут взялось? А, это сколько осталось? Ну ладно. Я в пол залазываем. Вот так. И вот так. Отлично. Так, за ночь, но я не могу спать. Поэтому надо сейчас поиграть в угол какую-нибудь. Так. О, матерская ХП. Так, ребята, вы знаете, что такое матерская ХП? А матерская ХП — это симулятор жизни. Я могу стать кем угодно, бандитом, либо полицейским. И ставьте его на 4-й сервер, вводите мой промокод DavidMan и получите деньги и машину. Так.
Нетку поиграл тут. В принципе, а то я устал. Теперь надо. Так, салтер сюда поставить животными. И коробочку. Че там салки можно где-то угодно. Так, еда находиться, думает. Предметы. Так, освещение, чтобы еще будет полотку сделать в следующей серии. Вот так. Так, моя стойка. Поборчик. Еще и соус немножко не взял. Они, кстати, еще не все перешли, конечно. Так, кассу сюда установим. Ага. Так, кстати, вот это я хочу вот такой стакси делать. Вход. Прикольно, думаю, будет. Как вы считаете, напишите в комментариях. Вот так. Так. Ну что, они за него работают. Поэтому пока что несколько посплю. Еще предметы пришли ночью. Думала, что это ночью не доставка, но работает. Так, сейчас она поставит у фонари. То светло было. Так. Несколько не ровно. Ну ладно. Еще тут мне принесли. Это вот такие типа лизанки. Это злотных. Они будут вот тут лизать и пример миски. Это еще такие. Для вещей топ хранить. Вот так. Так. И теперь надо запахать дверь. Опа. Отлично. Теперь что-то получилось. Так, кстати, сундук мне еще тупик годится. А, не нужно. Вот так. Я сундук все поставлю. Так. И отлично. Инструменты и так далее. Отлично. Теперь я сделаю ремонт. И на этом я хочу закончить видео. Всем пока, всем удачи. С вами был Давид Майнкрафт. И это первая серия владельца приюта. Теперь надо взять посетителей.